Уважаемый Шавкат Мироманович, мы полностью готовы к приему российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение. Разрешаю. Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, мы готовы начать прием российского природного газа в газотранспортную систему республики для транзита в Узбекистан. Прошу дать разрешение. Разрешаю. У нас на связи компрессорная станция Александров-Гай, которая находится на границе России и Казахстана. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Разрешаю. Начать поставки российского газа. Газ подан, давление в магистрали соответствует заданным параметрам, все системы работают штатно. Поздравляю всех. Еще раз большое всем спасибо за вашу работу. Спасибо. Уверена, что она будет продолжена. Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные, значимые в энергетике в целом, не только при поставках газа. Мы знаем потребности. Экономика и Казахстана под руководством президента и президента Мирзиёева в Узбекистане растет. Или экономики растут большими, быстрыми темпами. Страна нуждается, и страны нуждаются в энергетике. Планы есть, возможности, как вы сейчас нам только что доложили и показали, имеются. Кадры у нас хорошо подготовлены и в Узбекистане, и в Казахстане, и в России. Вот мы сегодня с коллегами пообсуждаем все эти вопросы. И уверен, найдем все решения для удовлетворения растущих потребностей всех наших стран. Вам еще раз большое спасибо. Благодарю вас. Еще раз поаплодируйте.